Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 7 часов времени столицы 25 июля 2021 года, все 174 избирательных участка приступили к голосованию. Новый день X в истории Казахстана настал. Впервые в республике проходят прямые выборы акимов сельских округов. Они коснутся и городов районного значения. В случае с Северным Казахстаном речь идет о Мамлютке. Ее, а еще жители 70 сельских округов из 214 кандидатов выберут своего акима. В трех округах на одно место претендуют два кандидата, в 64 округах по три кандидата и в четырех округах по четыре кандидата. За процессом голосования следят члены местных избирательных комиссий. К такой работе на севере страны подключили 994 человека. Напомню, 25 июля выборы проходят в 218 селах области. Явка избирателей в них отражается на специальных интернет-страницах каждые два часа. Предварительные итоги голосования обнародуют в 22:00. Дарья Пушманцева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.